Извиняемся, будет вторая часть. Немножко прервалось видео. Будем искать то, что мы ищем. Вот она, медовушка. А что за напитки? Расскажите о своих напитках. Откуда вы? Черниговская область. Ну а именно о напитке расскажите, с чего делается? Из меда. Ну а процесс? Вы же тоже мой клиент. Вот медовушка. 12 градусов. Ну, спасибо вам. Вот, ребята. Мужики вирізають. Мужики, я не знаю, що вони його вирізають. З дерева. Петриковская, или как-то так правильно, роспись. Какие вещи, посмотрите. Что с буквы? И расскажи, как. Есть у меня модель, которую я в подарочную. Вот, ребята, тоже искусство. Человек делает вот такие шхуны, корабли. Вот, ребята, придумали, какой сосисочки жарят. Вот такие закуски. Какие наши друзья. Давай. Да, ну под такие закуски надо хорошую выпивку, но ее тут нету. Качественной. Будем искать. Thank you.
Ребята, посмотрите, искусство. Дерево, все сделано с дерева. Бочки нашли, но хозяина нет. О, дистилляты есть, но сахарные, колганная настойка. Ребята, гоголь. Ищем напитки, ищем хорошие напитки, ребята. Вот, ребята, наливочки какие-то тут. Давай, да. Когда мы его нести будем? Вообще на данный день. Вот наливочки. Так, ребята, ну есть наливки, но все сахарные. Сахарные дистилляты. Нам они не интересны. Сейчас пойдем посмотрим что-нибудь другое. Войковский район представляет. Вот он сам, батька Махно. Девочки,